Это выставка World Food 2022. Мы продолжаем знакомиться с участниками. С нами Николай Николаев, компания LifePay. Николай, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о вашей компании. Чем вы занимаетесь? Добрый день. Мы компания-разработчик, интегратор. Помогаем бизнесу с приемом платежей и все, что связано с кассами. То есть мы как раз разрабатываем платежно-кассовые сервисы. Работаем с разными компаниями, от маленького сегмента до крупных проектов. Помогаем закрыть все вопросы с приемом платежей по онлайн-каналу, по доставке, по рознице. Ну, то есть все, кто принимает платежи от физических лиц за любые товары и услуги, тот, пожалуйста, милости просим к нам. Платежные системы и кассы – это отечественная история или завязана как-то на зарубежных технологиях? Ну, мы все как-то так или иначе завязаны на международных технологиях, но импортозамещение нас в том числе не обошло. Производится все, наверное, больше у наших восточных коллег, но технически все производится в России. Поэтому по платежам у нас есть внутренние сервисы и внутри компании, и внутри ЦБ, да, тот же НСПК. Система быстрых платежей в этом году очень сильно выросла. Неужели ситуация вот вас, вашу компанию, вообще никак не коснулась, вот геополитически, я имею в виду? Ну, так или иначе, конечно же, коснулась, как и нас, наверное, в целом, наверное, весь мир. Покупательская способность в некоторых сегментах упала, в некоторых, наоборот, выросла. Но наша глобальная цель – помочь бизнесу развиваться, правильно вести учет, принимать оплаты, потому что бизнес все-таки создан для того, чтобы деньги принимать и зарабатывать. Какие-то планы, может быть, в среднесрочной перспективе? Да, мы уже подготовили продукт, который помогает частично решить прием платежей бесконтактно, как мы все привыкли смартфоном платить. Вот у нас как раз на стенде данный продукт представлен. Мы помогаем принимать оплаты бесконтактно с помощью системы быстрых платежей на базе НСПК и делать это не с помощью считывания QR-кода, а бесконтактно путем прикладывания смартфона. То есть утешьте, обнадежьте, то есть это скоро вернется снова, телефон, часы, я не знаю. Ну, не совсем все так, планы, конечно, такие есть и у нас, и у наших коллег, но я думаю, вы сами в магазинах, когда вас спросят, оплатите по QR, вам не очень хочется это делать, исключение, когда бы карточку забыли. А здесь у вас остается весь тот же флоу оплаты, где вы прикладываете смартфон и уже оплачиваете по СБП, и для бизнеса это, особенно в этом году и в прошлом, очень выгодно, в ноль. Без комиссии можно принимать платежи. Сроки назовете? Это ближайшее будущее? Этот год, я не знаю. В этом году платежи принимаются в ноль, а технологическая такая возможность есть уже и сейчас, с весны этого года. Супер, удачи вам тогда с этим внедрением, которое, мне кажется, жизнь всех нас сделает лучше. Спасибо. Спасибо.